Всем-всем привет! Мы возвращаемся в Курск, в сам Курск. Скорее всего, последняя локация будет. Это у нас Красная площадь. Да-да-да, именно она. Мы уже здесь были, подходили прям к ней вплотную, но дальше не шли. Ну, сегодня у нас тут сразу по заданию, надо задание выполнить. И, собственно, да. Посмотрим последнюю локацию, которая здесь осталась. Устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. Кто в какое время, когда смотрит, не забываем подписываться на канал. Рекомендовать друзьям. Хотите со мной подружиться в соцсетях? Или поддержать канал? Все ссылочки в описании под видео. Ну а мы начинаем. Что у нас здесь по заданиям в первую очередь? Надо 5 покемонов усилить, но это в конце. 10 огненных поймать и психического последнего. Вот он, последний психический покемон. Сейчас мы его поймаем. Обязательно. Ну и как раз посмотрим, что здесь есть интересного. Так, поймали 20, замечательно. Что это у нас? Улица Сонина Ивана Егоровича. Ну, просто памятная табличка. Память земляка Курянина, героя Советского Союза. Пока мы тут идем, можно вот... Ага, Абра. Абракадабра. Прям магическое заклинание. И смотрим, что нам дают. Инкей конфеты. Но это неинтересно. Это реально неинтересно. Так, а что ж ты тут скажешь? Ага, ждем. А здесь нам осталось просто усилить 5 покемонов. Все. Как здесь всего много, друзья. Ну вот она, наша Красная площадь. Я вот не знаю с чего. Наверное, мы начнем с Знаменского собора в первую очередь. Но нам осталось по факту усилить сейчас покемонов. Мы затягивать-то не будем, как только получится. Луги нам надо. Мы сейчас луги качаем с вами, легендарку. Ой, хорошо. Молодец. Ну и надо будет его подкормить. Ну, сейчас мы подойдем к покестопу. Нам с командой сразу надо драться, потому что все яички мы так прошли. Стоп. Да, я посмотрю, сколько конфет. Мало, 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 мало. Мало, мало, мало. Совсем всего мало. Не тупи. Что у нас с конфетами? Ага, вообще с конфетами, с яйцами. Вообще нету яиц красных. О! Я тоже так думаю, что отлично. Погнали. А ну да, он же у меня не собран, то есть последняя деталь осталась, последняя. Ладно, друзья, сейчас я покормлюсь, подерусь и к вам вернусь. Ну, друзья, у меня рюкзак предметов слишком сильно полон, поэтому пока не будем. Богатыри у заставы граффити на проходной КАЗ.
Ну классно, красота, просто красотища. Просто красотища. Нет, не буду я с тобой драться, у меня нечего. Пока все полным-полно у меня. Тихо, 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 тихо. Не по плану все идет. Немножко все не по плану. Ну да, мы зайдем сейчас вот сюда вот. Потом перейдем дорогу, пойдем в парк. Что-то я здесь не вижу особо покемонов. Ну, можно, значит, просто посмотреть, что у нас есть. Сыны России. Курские кавалеры ордена Александра Невского. Восемь лет назад и год назад. Вид на Знаменский собор. Крест. Ну, не очень удачное, мне кажется, фото, но... Хотя, давайте полную откроем, посмотрим. Так, это у нас колокольня Знаменского кафедрального собора. Ну, можно чуть потише сделать. Кто-то тут прям памятник архитектуры, построен в 16-26 годах. Так, памятник архитектуры. Построенный кем у нас? Архитектором Мельниковым. А нет смысла, ну что здесь такого? Ладно, раз здесь покемонов возле Знаменского собора нету, пойдемте к серпу и молоту. О, слабо выскочила. Это чудо тоже надо. На ананасы. Вот ты чудо, а? Из чудес. Слишком много меня отвлекает, друзья мои. Слишком много. Ну ладно. Мы прорвемся. Сколько у меня конфет? Всего-то 93 конфеты. Угу. Это очень мало. А это у нас что? ДП «Скалолазка». Детская площадка. Ну! Куда ж без этого? Ну, нам, наверное, где-то 1006 надо собрать. Я думаю. Ну, в принципе, можно крутануть. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. Легендарка. Луги 4. Во, 8 надо. О, минимум. Но я не буду здесь на две серии разбивать. Будет час видео, будет, значит, час. Все-таки последнее. Но мы из Курской области не уезжаем после этой серии. У нас еще останется одна или две локации.
по области, куда мы обязательно заглянем вместе с вами. Я надеюсь, вам они понравятся. Что это у нас? Орлов Михаил Георгиевич. Даже мне интересно почитать. Давайте почитаем. Раз у нас тут познавательная страничка, но я не вижу. Не вижу, что написано. К сожалению, нельзя развернуть, расширить. Улица Дзержинского. Замечательно. Памятная доска Петрашову В.З. и Афанасьеву. Тут жил герой Советского Союза. Жили, наверное. Кавалер ордена третьей степени. Ну, ладно. Здесь у нас что? Домбровский. Тут в 43-48 году работал Домбровский. Ну, темы две сейчас посмотрим. Они не сильно уж актуальны. Что у нас здесь? Здесь жил Свиридов, композитор. Да, наш курский композитор. Ну ладно, вот здесь вот быстренько посмотрим, что тут вокруг. Мемориальная доска отсюда, комитет РСДПР, РСДРП послал письмо Ленину. Интересно, улица Урицкого, бывшая Юрьевская. Ладно, театр кукол, единственный в городе кукольный театр. Историческое здание. Да, вот такое вот он, в таком... В таком виде у нас кукольный театр. В здании жилого дома. Еще здесь Свиридова памятная табличка. Ну, а самое главное, а вот за этот гимн, ой, я заработал как раз возле него. В начале самом, сколько было битв за него, как мы дрались. Ну, нет смысла выставлять мочам-то, мы ничего не увидим от него, по факту. Ну, и с одного раза все. Ну, что это? Это не дело, друзья, это не дело. Ну-ка. Ну, мы проставимся в любом случае. Так, а что у нас здесь еще за... Урицкий, МС. Тоже памятная табличка. Активный участник революционного движения в России. На 6-м съезде избран членом ЦК в октябре 17 года, член Петроградского военно-революционного комитета. Убит. Непонятно, неразборчиво. А здесь у нас что? Дом литератора. Пристанище курской интеллигенции. Особенно вот эта книжная лавка. Которая отклеилась. Ну, а сейчас мы, кстати, пойдем, перейдем дорогу, получается, пойдем в парк Первомайский, там у нас качели.
Я не знаю, будет ли... Увидели мы их по фотографиям, по покестопам. Давно я не был, давно я там не ходил. Сейчас, да, все сейчас узнаем. Чего мы беспокоимся? По факту. Чего мы беспокоимся? Сейчас все узнаем. Ну, что-то прям маловато как-то в этот раз. Серьезно. Вот она. Да, наверное, ничего не будет, хотя какие-то покестопы я новые вижу. Но сейчас все узнаем, все посмотрим. Будьте внимательны, мои дорогие друзья, когда вы переходите дорогу. Не нарушайте правила. Это чревато не очень хорошими последствиями, особенно когда вы играете в Pokemon Go. Будьте внимательны. Где все покемоны? Что вообще, куда они подевались? Вот он, Первомайский парк, природная территория регионального значения. А это, кстати, давно я не был, я этой таблички не видел. Надо будет подойти почитать. Вот у нас скульптура Александра Невского. Скульптор Клыков установлен 15 октября 2000 года. Но его здесь фоток много. В разных вариациях. Давайте посмотрим. Ну а все это делалось еще при Рудском. Был у нас губернатор. И триумфальная арка, которую вы видели, тоже была сделана при нем. Тут я вам говорю, как странно мало покемонов. Вот они появились. Долго одуплялись. Гофита. Ну-ка, а чего это, я не понял? Что это тут с интернетом у нас опять? Я и так в углу забился, сижу, пытаюсь выловить 4G. На потолок я уже не полезу за ним. То громко, то тихо. Хрен поймешь. Совсем мало ее конфет у нас, совсем. А, кстати, так и не посмотрел, сколько у нас уже пыли собралось. Ну, тут даже париться не буду. Это покемон с таким ЦП противен, что мера нет. Больше потрачу. И времени, и ресурсов. Яичко выскочило. В смысле? Яичко выскочило. Чего, я не знаю. А почему я не видел этого? Так. Нам сейчас тогда крутится ничего. А что ничего? Ну, ничего особенного. Ну вот как мы ее пройдем тогда, это яйцо, тогда уже, наверное, я и буду крутить. Что? Подарки получать от друзей. А сколько нам надо? Два раза еще? Но здесь уже все получается. Здесь все, а здесь еще два раза усилить.
93. Ну... Хорошо, давайте просто тебя поймаю. Прекрасно, замечательно. Я тоже так думаю, что все замечательно. А с другой стороны, мы можем пройти чуть-чуть по-другому, в принципе. Ну ладно, не будем. Боровых Андрей Егорович. Золотая звезда. И все, никакой больше информации. Погнали дальше. Ну, если сейчас двух покемонов я поймаю, я, конечно, сражусь. Вот, кстати, сказать. Он 4 уровня. Можем 2 раза его просто прокачать и все. И мы пройдем задание. Посмотрим. Может, там сейчас еще какое-то задание есть. А мы тут возимся. Конечно, лучше было бы... Ну, ладно, что теперь поделать? 8. По крайней мере, мы прошли задание. Сейчас посмотрим, что по нему у нас. Что нам дадут? Ну, понятно, все. Значит, сейчас драться мы не будем. Ну, хочу награду получить. Кто здесь скрывается? Рольц. Вот беда. Я думал, что это посущественнее. Ну, конечно, теперь у меня рюкзак переполнен. Ага, выноси одно лицо, яйцо, эволюционируй 2 психических покемона, прогуляйся с своим покемоном. Но это все не тяжело, в принципе. На самом деле это все очень даже легко. Вот сейчас мы ее как раз эволюционируем, у нас Абры много конфет. Только я забыл 2 или 3 раза. По-моему, наверное, 3. Тем более, всего 25 потратить. Да, 2. Даже 2. Ну и хорошо. Теперь-то задача яйцо вынести. А яйцо, как назло, самое большое я поставил. Беда. Что тут с интернетом? Так, это мы уже видели. Это боровых, я так понимаю, да? Но не тупи. Что происходит? Смотался, вот зараза, убежал. Да что ж такое? А здесь у нас что? Ну, висит.
Отстань, пожалуйста, беседка в парке. О, беседка в парке. Загрузилась. Отлично. Ну, драться мы, конечно, не будем сейчас с ним. Да что ж тебе заново. Вот такая вот красота у нас. На самом деле красиво. Мне даже очень нравится. Ну? И? Беда. О, иди-то. Ну и замечательно. Так, что у нас тут? Значит, слово «пока» будем Слоу Кинг, все это, конечно, долго-долго. Ну и отлично. Смотрим, кто у нас тут выпал. Ох, Солосис. Замечательно. Его, в принципе, нам не очень нужны конфеты. Очень сильно. Так, а есть место у меня? Thank you.
Почему он полон? Ну, мне 50. Вот это прям интересно. А что, теперь уже все так не делается? Странно. Может, глюк какой-то случился? А то, что вы видели, джинны, это как раз карусели детские. Детская карусель. Да ё-моё. Ну а что, в принципе, может теперь подраться с ним? Ладно. Крутить ничего не будем, но подраться подеремся. Погнали. Без щита мы играли. Все. Все очень легко. По факту ничего хорошего. Ничего хорошего, но предметы мы собрали. Ну. Опять началось. Проверяем все. Ну а ты прям будешь мне складывать? О, друзья, вообще интернет. Не грузится. Даже с ребенком. Или это не ребенок, это тоже. Мне кажется, ребенок там сидит.
А может быть и нет. Пишите в комментариях ваше мнение. А что, на здесь все? Ну да неужели собралось? Ну вот сейчас и пойдем. Вот сейчас и пойдем. Здесь у нас что? Пойдемте, все равно нам надо туда. Мочам, мочок, мочам, похренеть. Где я видел? Угу. Старый парк граффити на трансформаторной будке Первомайского парка. А что, фото нету? Вот такая вот красота. Ну и последний у нас здесь остается Ленин. Из того, что я бы хотел вам показать. Но сейчас здесь Георейт идет. И, кстати, можно было бы на него сходить. Владимир Ильич Ленин. А сейчас мы на него исходим, друзья. Почему бы и нет? Я хочу шайни версию его. Ой-ой-ой, затупок, затупок интернет. Ну и что? В принципе, все. Больше ловить я, наверное, мы сегодня уже не будем. Быстро посмотрю, что здесь есть из интересного. Ну, вот эту дамочку я, наверное, выловлю. Гафиту обязательно. Еще интересно, что возле Ленина за два пакистока. Прям очень интересно. Курский дом советов. Архитектор Александр Григорьевич Шуклин, автор проекта Алмазова. Строительство было начато в 1939 году, но во время войны оно сгорело. Из руин его восстановили только к 1947 году. К 30-й годовщине Октябрьской революции в качестве скульптора-автора Дмитриев выполнил работу по лепке формовки, отливке и установке государственного герба СССР на фронтоне Курского областного дома советов, участвовал в лепке и изготовлении всех моделей лепных архитектурных деталей для фасада дома советов. Нус. Подождите, ко мне есть место тут вообще? Ну, на разочек крутануть. А здесь у нас что? Указ о награждении Курской области орденом Ленина.
Я даже не хочу обсуждать. А здесь у нас что? Да ё-моё, да ты покажи. Кремлёв, бывший главный архитектор Курска, внёсший значительный вклад в восстановление города. Угу, сейчас мы будем с вами драться, друзья. Тут всё хорошо. Вуба-то сейчас поймаем. Потому что конфеты нам нужны. Ну давай, что? А потом в рейд пойдем. И, наверное, знакомство с Курском мы на этом с вами сегодня завершим. Может быть, еще где-то что-то я поснимаю, но в дальнейшем. Хочется мне самому по другим городам полазить, посмотреть. Давай уже, что? Да. Когда ж я уже последнее сердечко с Бади покемоном получу? О, не прогрузилось. Против кого мы деремся? Что-то пищащее. Ага. Сейчас 1-1 будет. Но если оно успеет второй раз, я уже щит, наверное, ставить не буду. Ага, я успел раньше ее. Не успели, а? Наверное, надо было мама Свайна выставлять вторым. Ладно, сейчас посмотрим, что дальше будет. У меня, по крайней мере, ух ты! Есть один щиток еще. Да, мама Свайна против него нельзя выставлять. Мама Свайна уйдет быстро. Все, да, красота. Тысяча, яйцо. Отлично. Сейчас сразу яйцо поставим. Ну это все, конечно. Если я ее не поймаю, я и не расстроюсь сильно. Да вообще не расстроюсь. Так, а теперь надо всех вылечить и по максимуму запастись, забить свой рюкзак. Ну, все. А теперь можно идти спокойно на рейд. В принципе, друзья, сейчас на рейд сходим и серию сегодняшнюю завершим. Ну, пока поставлю на паузу.
Ну вот и все. В принципе, мы управились. Прям замечательно, согласны? Ну, посмотрим, что там нам выскочило. Никчемное. Совершенно. Совершенно никчемное. Ну ладно. Жалко. Ну ладно. Бо всякое бывает. Ну, выходи, что ж. Стоп, а кто там был? Пофиг. В общем, сейчас мы... Что нам осталось? Качнуть луги, и можно на сегодня заканчивать. Давайте мы, собственно, сейчас этим и займемся. Лугия, Лугия, Лугия. Где ж ты у нас, Лугия? Раз мы тебя качаем, то и тебе конфеты сейчас дадим. В принципе, все логично. А на сегодня все, друзья. До новых встреч. Не болейте, не грустите. Всем пока-пока.